Алматы в октябре, осенью, утром, очень красивые. Горы видны, солнце классное, площадь республики, центральная площадь города Алматы со всеми памятниками разного периода истории. Вот, собственно, центральное место города Алматы, легендарная площадь Независимости. Здесь уже чего только нет. И старые памятники, и новые магазинчики. Но самое главное, видно памятник самой Независимости с элементами истории. Вон он светится. Солдатом казахским с элементами древней истории Казахстана. Ну и, естественно, уже элементами новой истории. 30 лет независимости, поскольку Казахстан, как и любая другая постсоветская республика, празднует 30 лет независимости. Очень чисто, солнечно осенью Алматы. Приятно сюда приезжать всегда. Особый город, особое ощущение, мультикультурная атмосфера. Все советую. Виктор, ну скажи два слова, как доктор социологических наук. Последний день твоего пребывания в Казахстане, сейчас в Алматы. Доктора социологических наук меня впечатлил вот этот комплекс памятник. Я никогда не видел таких, вот если вот так повернуть сюда немножко, да? Вот мы видим вот так вот вдоль идет ряд таких панелей, да? Вот. Получается памятник, но он плоский. Это и не панно, где с одной стороны, вот каждая из этих фигур, она имеет лицевую сторону и заднюю сторону. Если изображен человек, то мы видим его лицо и видим его спину. И вот можно обойти и посмотреть. То есть это среднее что-то между памятником и барельефом. То есть смысл глубокий, исторический. Да, исторический смысл. Ну, то, что это передается, смысл содержательный. Но вот это эстетическое решение, я его лично вижу впервые. Вот. Обычно либо это, я говорю, панно вот такое сделано, с одной стороны только, а с другой стороны нет. Либо памятник, но он тогда объемный. Вот. Но это вот одно из первых таких существенных впечатлений о Алматы. Легендарный зеленый рынок в центре Алматы с пристройкой, где все продукты можно купить. Кстати, здесь же находится не менее легендарная фабрика Рахат, аналог Рошен. Вся торговля где идет. Сейчас я вам возьму сумки. Какие лучше? Пойдем. Короче, торговля есть торговля, но людей не сильно много. Серик, приветствую. Ты мой друг, ты мой партнер по Казахстану, газета «Деловой Казахстан». Спасибо, что приветствуешь меня в своей редакции. Добро пожаловать. На самом деле, редакция газеты «Деловой Казахстан» находится в живописном месте, да, Серик? Да, у нас очень красивый вид отсюда. Смотри, самый центр площади республики, да? Да, это вот здесь резиденция нашего президента Алматинская, и вот рядом здесь еще тема. А все это было построено еще при Кунаеве, да? Ну, это дом правительства вообще. Это еще 80-е годы было построено. Да. Нет, да. Сейчас город, конечно, немножко... Главное, погода с ним была. Да, погода вообще восхитительная. Сегодня очень хорошая погода. Да, как для осени, это просто подарок. Короче, приезжайте в Алмату. Да. Легендарная улица Тулебаева, Тулебайка, как ее называют местные в Алматы, где, собственно, снималась финальная сцена с фильма «Игла». Да, Цоя подрезали, упал, вот так вот, и потом встал и пошел. Даже остались те же самые ели. Было фильм. Я был в Тупинском районе Латвии, где погиб Цой. Теперь нахожусь в месте, где он стал, собственно, известным после снятия фильма «Игла», кстати. Вот, сумма упоминания. Здесь название фильма по аллее. Название песен вот там идут по аллее. И отсюда, наверное, песня группа «Крови». Вот сама аллея с лавочками с теми же самыми. Точно за 30 лет ничего не поменялось. Даже больше, чем за 30 лет. Сама это... Тулембаева аллея осталась. Вот оттуда Цой шел. Вот он стоит. И вот сюда он шел в фильм. Вот такая центральная улица. Пересечение Тулембаева улицы. Блин, тут желуди такие серьезные падают на голову. Ну, красиво. Старые Алматы. И новые Алматы.
находимся в музее Кунаева, легендарного партийного деятеля Казахстана, к которому, кстати, в Казани очень хорошие отношения. Вот. И тут в самом центре находится его квартира с элементами истории, к которой очень-очень хорошие отношения. Алимжану Андолгурову спасибо за то, что он мне сказал, что на улице Любаева жил Кунаев, легендарный партийный деятель. И я специально пришел в его дом. Дом в таком стиле, в принципе, достаточно скромном, советском, но очень уютно. Не такая уж, в принципе, и роскошь, что плюс Кунаеву. Вот дом-музей одного из лидеров коммунистической партии Казахстана.